Друзья, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы откроем эту папочку, там где лежат мои школьные победы. Давайте же начнем. Вот первая грамота. Это за конкурс «Знаток словарных слов». С этими словами, словарными, справились только два человека. Я и Полина. Полина, привет! Нам дали листочки. Надо было вставить буквы правильные. И только два человека смогли. Это я и Полина. Полина, еще раз привет. Следующая грамота. Да, быстрее калькулятора. Там нам дали листочек с примерами. Все равно всего там было 40 примеров. И нам надо было написать ответ. И справились очень много кто справились с этой задачей. Наверное, они все быстрее калькулятора. Вот. И следующие дипломы это с интернета. Там надо было делать олимпийс, называется конкурс. Вот. Это был осенний. Здесь мне дали 5. Там было всего 6 предметов в этом конкурсе. Вот, всего мы делали, я делала 5 предметов. И у меня все первые степени, то есть все первые места я сделала по математике, информатике, по окружающему миру, английскому языку и русскому языку и литературное чтение. И здесь вот 5 лежат для первой степени. Вот. И, кстати, кроме вот этого от олимпийцев, еще дали нам такие подарки. Но ручку всех, кто участвовал в конкурсе, дали. Пчелка, Билайн, знак. И дали вот такую медаль. Эту медаль дали не всем, только мне и Полине. Видно, мы очень хорошо выполнили олимпийс. Вот такая олимпийс 2017 год. Вы подумайте, сейчас 2018 год. Почему 2017? А потому что мы делали олимпиаду в 2017 году. Осенью, а не 2018. Поэтому на 2017 год. Здесь динозаврик и лайк показывается. А знаете, почему он лайк показывается? Потому что вы должны поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Вот такая медаль. Это моя особенная форма. И теперь мои спортивные школьные достижения. Это каратистки. Милана, спортивное награждение. Открываем нашу папочку. Там и диплом второй степени, второе место. То есть это был день самурая. Категория девочки 8 лет. Вот, это было 5 марта 2018 году. То есть в этом году 5 марта у меня было соревнование по драке. И я второе место заняла. И, кстати, вот здесь мне дали вот такой новый кубок. Красивый. И мне дали медальку. Медальку за второй кубок. У меня такой еще медали не было. Так. Все. Запомните. Придете ко мне домой? Все. Начнем мы с вами тренироваться по полной программе. Так. Листаем. Следующее. За третье место. Это в дне самурая. В категории 5-7 лет. Когда мне было 7 лет, еще у меня уже было день рождения, мне 8 сейчас. Вот, категория девочки. Это я последний раз, наверное, дралась. И вот. А это сертификат, что у меня был 9-й Q. 9-й Q это просто оранжевый пояс. 11-й Q это белый пояс. Либо белый пояс с оранжевой полоской. Неважно. У меня тогда было
оранжевый пояс. Крутим дальше. Второе место. Да. Это уже не день самурая. Это было в апреле. Это было 21 апреля 2017 году. Да. Вот. И следующее тоже второе место. В дне самурая уже. Ну, 5-7 лет опять категория. И девочки. Ну, в категории девочки, конечно же. Это было 17 марта 2017 году. Видите, я не только в 2018 году марта дралась, еще и в другом году. Дальше. Опять второе место. Интересно. Интересно, а мой этот сенсей, он учитель? Почему он написал здесь красной ручкой? Интересно. Вот, это пока до соревнования. Если ты были по драке, то это пока до соревнования. Када это, ну, када это такая, как бы, для кады нам понадобится техника именно. Ну, техника это там блоки вот эти всякие. Ну, например, вот так, вот так. Ну, карате я вас сейчас не буду, конечно же, учить. Вот, и... Это категории 6-7 лет. Оранжевые пояса, видите, даже написано. Это было 16 декабря 2016 году. И это сертификат, то, что у меня 10 кютерю. Ну и последняя моя грамота. Опять второе место. Это по дне самурая. Видите, уже здесь это старая видна грамота. Она видите, все постиралась. В категории 7 лет девочки. Это 3 декабря 2016 год. Очень видна старая грамота. Здесь уже все плохо написано, конечно, но ничего. Вот это мои спортивные достижения. Одеваем все. Удобно. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересного. Всем пока!